Серьезный пожар в Красноярске. В 9 утра в Николаевке на улице Серова загорелся двухквартирный частный дом. Огонь охватил крышу на площади 80 квадратных метров. Произошло это за считанные минуты. Столб дыма был виден со всего района. Пожарные приехали оперативно. Так же быстро они сбили пламя. Но хозяева деревянного дома, судя по всему, на долгое время остались без жилья. Его крыша сгорела полностью. Хозяева вовремя эвакуировались. Пострадавших и погибших нет. На место оперативно выехали 4 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС России. Локализация объявлена примерно в 9:36 по местному времени на площади 80 квадратных метров двумя стволами.